В Якутске прошел чемпионат республики по мини-футболу среди команд второй лиги. Сборные Мирного и Алдана, занявшие, соответственно, первые и вторые места, вышли в первую лигу. О том, как в Алдане встретили своих спортсменов, в сюжете Татьяны Вахниной. Почетное второе место в республиканском чемпионате второй лиги – это достижение не только для спортсменов, но также гордость для всего Алданского района. Такими словами глава администрации Северин Поздняков открыл церемонию поздравления команды по мини-футболу. Если вспомнить историю, наша команда Алданского района доходила до высшей лиги футбольного чемпионата Советского Союза. Были также победы у нас и по баскетболу, и волейболу, были свои чемпионы. Но, к сожалению, в определенные годы это было утрачено. И на сегодняшний день возвращение былых традиций, это не может не радовать всю спортивную общественность, да и всех жителей, наверное, Алданского района. Становление мини-футбола в Алданском районе началось пару лет назад. Члены команды – любители, не профессионалы. Первоначально сборная объединила сотрудников «Алданзолота» и «Селегдара». Чуть позже в команду вошли студент техникума и учащийся Нижнекурановской гимназии. В республиканской лиге по мини-футболу силами мерились 18 команд. «Алдан» завоевал второе место. Было очень сложно. Уровень команд очень высокий. Футбол очень техничный, силовой. Серебро в чемпионате второй лиги явилось первой масштабной победой алданской команды по мини-футболу. Победа, по словам тренера, окрылила и вселила в ребят уверенность в том, что новые высоты будут покорены. Наша команда выходит в первую лигу. То есть будем готовиться к матчам более высокого уровня. То есть турнир показал, что у нас есть какие-то моменты, над которыми нужно работать в физическом плане, в тактическом и в техническом. Спортсменов поздравили сотрудники администрации, а также коллеги и руководители. Генеральный директор «Алданзолота» ГРК Алексей Носков заметил, что победа в лиге запомнится не только поздравлениями. Все спортсмены получат денежные призы. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК «Саха», Алдан.